Всем привет! Наверное, это будет самый короткий влог из всех моих существующих, просто потому что ничего экстра интересного за эти два месяца не происходило, а высасывать из пальца специально для создания суперинтересного контента не хочется. Новый год прошел, Ванька работал, я сидела за сценой, его поджидала. После этого мы сразу отправились в Таиланд. Таиланд, пожалуй, самый интересный момент, который с нами случился в январе. Ну, конечно же, ему я решила посвятить отдельный выпуск. Буду рассказывать, где мы жили, что видели, что ели и так далее. В феврале мы отходили от нашей поездки и вот только отошли. Вообще он превратился в очень вяло текущий месяц. Вот поэтому в сегодняшнем влоге я рассказываю сразу про два месяца. Январь и февраль. Значит, у одного московского блогера я увидела... Ну, что делать, расскажите. Ну так, все полевые условия у вас, конечно. Этот потрясающий балкон. И мы сразу же приехали снимать сюда видео для Yves Saint Laurent. Конечно, пожалуйста, перестройся ради этой красоты. Кто не знает, это ресторан Пушкин. Роскошь, а? Смотрите. Сколько на новогоднем празднике людей в Москве. О, мы в Нью-Йорке. Мы в Нью-Йорке. Господи. Будет крайне интересная съемка, потому что я Юлю спрашивала, что хочу, чтобы было максимально все белое. Серьезно. И все максимально белое. Боярыня. Вот наша Юля, она нас уже зовет. С Иваном Царевичем пойду сейчас сниматься. Мне кажется, у меня синяки под глазами вот эти. Сильно загорел, мне кажется, нет? Ах, если бы сбылась моя мечта. Вы знаете, я должна сделать заявление. Я музыкальный маньяк. Я постоянно нахожусь в поиске новой. А новую ее не так просто найти. И мне порекомендовали попробовать Яндекс.Музыку. Что, собственно говоря, я и сделала. Я нашла там другую музыку. И поэтому сейчас хочу рассказать про фишки, функции и находки Яндекс.Музыки. Пункт номер один. Можно создать свой идеальный плейлист с помощью функции «лайкаешь, пропускаешь». Если песня тебе нравится, ты ее лайкаешь. Если не нравится, пропускаешь. Таким образом, Яндекс.Музыка создает для тебя уникальный плейлист, основываясь именно на твоих предпочтениях. Пункт номер два. Плейлисты абсолютно под любое настроение. Пункт номер три. Совместные плейлисты. Создавай плейлист к предстоящей вечеринке, и твои друзья тоже смогут загружать туда музыку. Это идеальный вариант для тех, кто постоянно хочет поставить свою песню. И если перейти по ссылке под моим видео, то сможешь попасть на специальное предложение. У тебя появится возможность подписаться на Яндекс.Музыку всего за 99 рублей в месяц. За эти деньги предоставляется весь функционал сервиса и весь функционал платной подписки. Ты получаешь подборку по своему настроению, можно слушать музыку в высоком качестве, можно скачать, сохранить 99 песен себе в офлайн. Это акция действия до 31 мая и действительно только по переходной ссылке под моим видео. Я, конечно, не любительница делать рум-туры, но хочу показать свой красивый уголок. Ваня, что это вообще за красота? Я не знаю, она сама так появилась. Если учесть, что я проснулась часа два назад и свежа как роза, обычно лицо приходило в более-менее ровное состояние, честно признаюсь, ближе к вечеру. Самый главный кайф этого всего, что здесь не были использованы иглы. Я вообще себе ничего не колю. Пока. Результат все равно есть. Очень круто. Думаю, что нужно будет сделать еще одну процедуру, и лицо станет совсем ровнее. Мы сейчас пробуем на мою большую камеру снимать на вытянутую руку. Нос узкий, глаза большие, скулы втянуты. Мы сегодня ведем жара Вегасе. Мне говорят кое-что иногда. Мы пока
Я так редко это делаю, но сегодня хочу сказать вам свою прощалку, что с вами была Даша Чебанова. Если ты вновь прибывший, то подписывайся на мой канал и ставь большой палец вверх. В любом случае, ставь большой палец вверх. Пока!